Новая технология 7D-кино поражает воображение. Только недавно 3D казалась вершиной технологии кинематографа. Но мир не стоит на месте. Спустя некоторое время появилась технология 4D, что дала нам массу новых впечатлений и эмоций. И вот на смену ей приходит передовая технология 7D. И без сомнений, это будет совершенно новый уровень. Таких невероятных ощущений люди еще не испытывали. Идея новой технологии в том, чтобы зритель ощутил неповторимый опыт взаимодействия в виртуальной реальности. Изобретение представлено японской компанией Magic Leap и представляет собой невероятно четкие голограммы, создающие сверхреалистичные образы. Но это еще не все. Больше всего поражает в этой технологии то, что зритель может не только видеть объемные виртуальные образы, но и непосредственно контактировать с ними, вплоть до тактильных ощущений и запаха. Теперь человек, используя эту технологию, может гулять на природе, увидеть животных, чувствовать аромат лесов, побывать на море, и все это, находясь у себя дома, где установлено данное устройство. Сейчас новая технология находится на стадии тестирования. Первые испытания уже проходят в Дубае и некоторых городах самой Японии, где уже появился первый зоопарк с голограммными животными, которые воссозданы до мельчайших подробностей и неотличимы от настоящих. Спектр применения этого нового изобретения очень широк. Вся сфера развлечений, кинематограф, виртуальные путешествия. А представьте компьютерные игры с таким эффектом погружения. Несомненно, эта технология изменит многое в нашей жизни. Осталось только дождаться, когда разработчики доработают ее полностью. И на этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Мы осветим все.